С самого утра в пункте прием благотворительной помощи «Вторые руки» многолюдно. Сюда с большими пакетами и коробками приходят жители района, чтобы передать сладкие подарки и игрушки детям Донецкой и Луганской областей. На Кубани объявлена новогодняя акция для детей Донбасса. Создать праздничное настроение малышам решили сотрудники многих предприятий и учреждений города. Профсоюзы нашего города и района поддержали инициативу губернатора Краснодарского края Ткачева Александра Николаевича, нашего главы Садчикова Александра Александровича, о том, чтобы собрать подарки для детей Донецкой и Луганской области. Мы поработали в этом вопросе и хотим отправить свою лепту, внести свою лепту в это достойное дело, достойное уважение дело. Для меня лично счастливый смех ребенка – это самое главное в жизни. Поэтому если мы кому-то сделаем, какому-то ребенку приятно, и он просто хотя бы улыбнется, я считаю, что мы свое дело сделали. Активно откликнулись на призыв губернатора принять участие в сборе новогодних подарков для детей Донбасса поселения района. Обратиться к предпринимателям, к КФХ. Значит, люди откликнулись большой душой. Это вот же как Кедр Андрей Иванович Михалис, директор. Агрофирма «Родина», директор Виктор Александрович Фролов. И это КФХ Борцова. Все вот они собрали деньги, закупили подарки и провезли. Это нужная акция, и предприниматели за это откликнулись с большим за этим. Никто нет. Это очень нужная акция, нужное время, потому что мы все видим, что там дети переживают. Сбор новогодних подарков продлится до 27 декабря. В акции может принять участие любой желающий. На краевом ежегодном форуме «За веру Кубани и Отечества» губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев выступил с инициативой организовать сбор новогодних подарков для детей Донецкой и Луганских областей к Новому году. В Лавинском районе сбор новогодних подарков для детей Донбасса осуществляется в Центре социального обслуживания населения по адресу город Лабинск, улица Халтурина, 16/1. Скоро Новый год придет в каждую семью, в каждый дом. И каждый ребенок мечтает получить подарок к Новому году. Администрация муниципального образования Лабинский район обращается ко всем жителям Лабинского района с просьбой не оставаться равнодушным и подарить праздник детям, которые так в нем нуждаются. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Алабам».